дорогой Сан Саныч, Рязанский театр кукол здесь. Здесь все. Маленькие зверушки Антони ван Левенгука. Принцесса на горошине. Золотая рыбка. Просто кукла. И я. А ты кто? Здравствуйте, я ваша тетя. А еще черный принц. Чудо с косичками. И даже перламутровая Зинаида. Ну и, конечно, Леопольд. Мы все решили поздравить вас со Старым Новым Годом! Ну, с каким Старым Новым Годом? Дети, как дети, честно слово. Поздравляем с 5-15 весной. Все говорят каким-то языком Эзопа. А надо просто с днем рождения. Сначала мы хотели отправить только телеграммы. Но получились какие-то записки сумасшедшего. Поэтому и решили снять для вас это кино. У вас, как артиста, разные лица. Но несмотря на то, что вы прожили и жизнь Галилея, и жизнь Клима Самгина, и даже жизнь и смерть Фердинанда Люса, для нас вы истинный Дон Кихот, похожий на льва. Да вы могли бы быть лекарем по неволе. Вас бы с распростертыми объятиями, безо всякого смятенья чувств, приняли к себе сталевары. Вы вообще могли бы уехать в глушь, как простые дачники, провести месяц в деревне, да даже дней 10. И эти 10 дней все равно потрясли бы мир. Но вы выбрали другую жизнь, иное назначение. Предназначение! Ну я и говорю, предназначение. Быть рабой любви к театральному искусству. Что ты несешь? Простите нас за этот стеклянный зверинец. Просто волнуемся очень. Ведь мы все и в профиль, и в анфас бесконечно вас любим, ценим и уважаем. Вы взяли на себя миссию подавлять и возбуждать. Подавлять глупость, например, на заседании парткома. И возбуждать любовь к театру, к артисту. Вы не понаслышке знаете кое-что из губернской жизни. И пусть порой кажется, что вокруг сплошная прохиндиада или бег на месте. Пусть иногда приходится стоять перед закрытой дверью и часто чувствовать себя своим среди чужих, чужим среди своих. Но несмотря на это, вы все равно находите ключ к сердцам детей чугунных богов. И улыбаясь, говорите нам: ну что, как живете, караси? Не волнуйтесь, и с вами снова я! И мы верим, потому что знаем, что для вас мы не мертвые души. Нам вообще кажется, что вы все про нас знаете. Что Адам женится на Еве, что я Иван, ты Абрам. Знаете все фантазии Веснухина? Потому что для вас это небольшая игра, в которой мы все просто игроки. Вы верой и правдой навсегда-навсегда служите театру. И спасибо, что мы чувствуем обратную связь с вами, с вашим большим сердцем. Так победим! Смотрите, чайка! Слышите? Звучит неоконченная пьеса для механического пианино. Значит, и нам пора рассказывать сказку сказок. Еще раз с праздником вас! Здоровья! Интересных ролей! Хороших людей! И зверей! Всего вам самого доброго! Мы, ниже подписавшиеся, трагики и комедианты из Рязани! Подарок! Подарок забыли! А в подарок песня! По земле прошел, в день рождения вам хлопал. Если в мае плюс, это хорошо. А когда наоборот плохо? Если в мае плюс, это хорошо.
а когда наоборот, плохо. Много теплых слов из разных городов трогают души струны. И если добрый вы, поздравлять легко, а когда наоборот, трудно. Если добрый вы, поздравлять легко, а когда наоборот, трудно. Славный наш союз, в круг своих друзей вы позвали всех звучно. Вместе с СТД жить повеселей, а когда наоборот скучно. Отделением всем отметим юбилей, пусть не будет никогда вам скучно.